обязательно. Православие больше всех, потому что оно самое широкое. Потом ислам, потом и так далее. Ну вот, каждый же там в долях находится, вот в этой доле. То есть, если это какие-то, я не знаю, там, знает, адвентисты седьмого дня, значит, на их долю должно приходиться 0,1% этого давления, там, или каких-нибудь староверов. Чего их давить-то? Они и так ничего ниоткуда не имеют. Более 800 исламистов уехали из Германии в Сирию и Ирак. Да им они уехали? Воевать зачем? Это секс-туризм. Только другой вариант. Понимаешь, это такой же. Да? Там рабы, женщины в рабстве и так далее. То есть сейчас вот этот мир, так сказать, занимается секс-туризмом. Только одни едут в Европу, потому что им там рассказали, что там все доступно и хорошо. А другие едут туда, потому что там рассказали, что там рабыни за 10 копеек, и можно 200 жен взять и так далее. Такой же секс-тур. То есть ватники едут в Европу, пассионарии едут воевать и отжимать все, что можно. Ну да, 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 логично ты говоришь, да, логично, да. Вот, в Норвегии 4 беженцев обвинили в изнасиловании своего знакомого. Это, ты помнишь, мы говорили, как только их закроют и не будут пускать, они начнут трахать друг друга. Вот так и случилось, да. Вот. Причем эти, которые изнасиловали своего знакомого, они все сняли на видео. И там, я не знаю, выложили и так далее. И вот по этому поводу российские СМИ все кричат, о, видите, что там творится, насилие. А вот в Москве толпа мигрантов изнасиловала 47-летнюю женщину, затащили ее куда-то в подвал арматуренный, припугнули и изнасиловали. И нормально, про это что-то они не сильно говорят. У нас же стабильность, а у них там нестабильность. А у них там ужас, что творится, да. Ну тут вот, что бабу изнасиловали, это, конечно, Обама виноват. Это он устроил нам такую миграцию сюда из Таджикистана, блядь, Обама скотина такая. В Германии горело общежитие беженцев, местные жители мешали пожарным тушить огонь. Вот это хорошая такая, ну представляешь, местные в Германии, представляешь, до чего надо довести людей, чтобы...